Всем привет, и мы продолжаем играть в Исаака. И сегодня, пожалуй, сыграем за Иуду или за Каина. Может, за Азазеля. Ладно, пусть будет Иуда. У Иуды. О, Текекс. Ну что ж, хорошее начало. Ладно. У Иуды всего одно сердце. Но увеличенный урон. То есть у него множитель урона, по-моему, 1,35 по умолчанию. Плюс он начинает с книгой дьявола, который заряжается 3 комнаты и дает 2, плюс 2 к урону, что ли, на одну комнату. По-моему, так. Много здесь врагов. То есть надо играть за Иуду аккуратно. Все-таки как-то одно сердце. Лучше играть безопасно. Да, я тороплюсь, чтобы сделать босс-раш еще. По поводу Текекс, которую я взял. Насколько я знаю, время зарядки не влияет на урон. Или влияет? Я не знаю, если честно. Мне кажется, не влияет. Так. Черное сердце, дальнобойность и скорость полета снаряда. По-моему, не влияет на урон время заряда, а только влияет на размер слезы. Curse of the Blind. Я не могу видеть свои вещи. Ну, вещи, которые я подбирать буду. Это очень плохо. Потому что я, по сути, играю вслепую и могу подобрать что-нибудь плохое. Ну да ладно. Бомб у меня нету. Зато есть ключи. Поджали меня. Ага. Потерял я уже свое черное сердце. И что это? Best Bud. Он появляется, когда я получаю урон. И, по-моему, летает по кругу. Вокруг меня. Так, если я не получу урона больше, то я получу гарантированную комнату дьявола. Вопрос в том, смогу ли я в ней что-нибудь купить. Так, вот я активировал свою вещь. Так, PGS. Полная жизнь и 4 каменных сердца. А здесь у нас рандомная вещь. Нужна ли она мне? Да, нужна. Гаппис Хэд одну комнату заряжается, спавнит от 2 до 4 мух камикадзе, дает мне 1/3 гаппи, но я ставлю книгу дьявола. А. Ага, последняя. Хорошо. Конечно, с такой жизнью каменной надо быть очень аккуратным. О. Освещение хорошее дает. Технология. Глазу так приятно смотреть. Что-то у меня более большая дальнобойность. Вау. Такое ощущение, что они ограничены. Блин. Блин. А я не могу спамить какашки. Мне надо быстро сломать все какашки. Еще и мухи тут. Все? Спасибо. И я беру Bursting Sack. Пауки не могут наносить мне урон, насколько я знаю. Совершенно никакие. Ну, кроме боссов, наверное. То это было как-то слишком. Ну, если я увижу маленького паучка, то я попробую об него убиться. Специально. Бомба. Я не думаю, что эти считаются за пауков.
которые по стене снизу ползали. Вот, да, вот эти вот. Поэтому раниться об них я не собираюсь. Пип. Ну, вот в такой ситуации просто бесплатный босс. Mom's Pearls, дальнобойность и удача. И мы идем дальше, потому что босс раш, как-никак. Так, 4 минуты, мы уже в Cave Tour. Хорошее время. Тупик. Ну, зайду так, на всякий случай. Не. Оно того не стоит. Толстые мухи. Так, я ни одного паука и не видел. Я думаю, что из этого можно судить о том, насколько хороша вещь, которую я подобрал. Ну, в игре не так уж и много прям пауков, чтобы, ну, неуязвимость была ценной. Она, конечно, неплохая, но не то чтобы прям что-то топовое. Ну так, средненькая вещь. Пилюлю не хочу есть. Вот что-то они мне не приглянулись. Так, CC Long Legs спавнит иногда паучков синеньких, которые ползают, наносят урон как 2,5 слезы. Ну, в моем случае я не знаю, как посчитать урон. Ну, в общем, 2 умножает мой урон на 2,5 раза. Так, я вижу камень какой-то. Это крест или не крест? Это был крест. Хорошо. Значит, я не слепой. Нужна ли мне сумка, которая позволяет мне носить с собой 2 брелка сразу? Не нужна. Но я возьму ключ и карту. Lovers. 2 красных сердца. Да нет. Не нужна мне эта карта. Нашли босса. Ну что ж, пришло время. Отлично. Эмпресс. На одну комнату получаю я урон, скорость. И все. Урон и скорость. Пилюлю не хочу вот просто. Вот не хочу и все. Туфпикс, зубочисточки, скорострельность и скорость полета снаряда. В комнате дьявола. Интересный мешок. Он хороший мешок с порохом, но... Не, мешок с... Как по-русски-то сказать? С пылью, во, мешок с пылью. Ну, блин, как-то 3 синих сердца отдавать. Я умру. Так, что делает этот мешок, собственно говоря? Вот появился мой best bud. Белая муха летает. Отбивает слезы вроде бы. Наносит урон. Ну ладно, что делает этот мешок с пылью? Когда я иду, за мной остается след такой из пыли. И если этот след образовывает круг, то в нем появляется пентаграмма размером с этот круг. И все враги внутри получают урон. Вот так вот. То есть интересная очень вещь. Но не могу я себе позволить отдавать 3 красных сердца. Ой, 3 синих сердца. На данной стадии игры. Ах, хватит. Не люблю пилюли. Могут они попортить жизнь. О. Много чуваков здесь. Но у меня есть урон. Неплохой. Так, время 8 минут. Depths 1. Dank Depths 1. Ну, в общем-то, это не важно. Очень хорошо, что мне падают каменные сердца. Без них было бы тяжко. Мне все-таки босс раш делать.
судя по моему времени. Что это такое? Это вроде как сейфти кап, а вроде как нет. Супер магнит. Что-то он притягивает. По-моему, он некоторые вещи притягивает. Типа монетки он притягивает, а что-то другое не притягивает. Он врагов притягивает. Ясно. Да, он притягивает врагов. Он, по-моему, он патроны тоже только притягивает. Ладно. В общем, нехорошая вещь. Скорее бы от него избавиться. О, бессмертное сердце. Eternal Heart. Если я... Оно мне само жизни вообще никакой пока не дает. То есть я умру, как будто его и нету. Но оно... При переходе на следующий этаж, если я его сохраню, даст мне контейнер с красным сердцем. Так, война. Использую-ка я свою карту. Не хочу долго сражаться с войной. Ай. Хватит. Так, спичка. Спичка. Да, шанс, да и... Шанс... О, книга откровений. Хорошо. Спичка, шанс, что мне выпадет бомба после зачистки комнаты. Ну, такой не очень большой шанс, но он есть. Упс. Ладно. Получил жизнь назад. Так, еще я подобрал кубик мяса. Кубик мяса летает вокруг меня, отбивает вражеские слезы и наносит весьма неплохой урон. И я схожу, пожалуй, сюда. Кнопочки, давайте. Ну, ясно. Много врагов. Наспавнилось, а денег не очень. Все. Ага, крестик. Не всегда я их замечаю. Но думаю, в большинстве случаев. Да, пожалуй. Превосходно. Стивен, 1 урона. Голдхед. Все комнаты дьявола или ангела всегда открыты. Ну, в общем-то, потрясающе. Теперь мне не надо ни о жизни беспокоиться моей. Ну, в меньшей степени мне надо беспокоиться о жизни. Я буду знать, что я всегда попаду, куда хочу. В общем-то, вот голова козла — это просто потрясающая вещь. Просто потрясающая. Так, монетка. Я уже в сокровищнице был? Не был. Я еще даже в сокровищнице не был. Уже настолько сильнее себя чувствую. Много у меня денег. Ой, маленький-маленький чемпион. Он такой маленький, что я не могу его поранить. Так, это комната, которую нужно дважды взрывать. Ну, вход в комнату нужно дважды взорвать. У меня всего одна бомба. Crack the sky. Вот такие белые лучи с неба бьют. Ну, стараются они бить по врагам, но не особо. Шикарно. Хороший запас хп у меня образовался. Хороший урон, хорошие вещи. Ну, в основном весь этот мой ран сейчас тащит, конечно, ТЭК-Экс. Ну, и раз у меня полно времени, схожу я взорву дважды этот вход. Авось будет что-нибудь путное. Там, наверное, будет кровать и коврик. Ага, и чувак. Ну, ясно. Так, Flatworm. Он работает? Он не работает, жалко. Он меняет форму моих слез. Это плохая комната отдыха. Есть их две разновидности, хорошая и плохая. Ну, они просто выглядят хорошие, чище выглядят и красивее. В хорошей комнате отдыха вы можете поспать на кровати. Это вам восполнит целиком... Ну, в общем, полечит вас, если у вас есть красные сердца. А если у вас нету вообще-вообще ни одного красного сердца, даже контейнера... то тогда оно даст вам 3 синих сердца. Так, pay to play и two of hearts. Хорошо, pay to play. Все двери
которые открываются ключом, теперь открываются монеткой. То есть мне не надо тратить целый ключ, а всего лишь одна монетка. Так, вот и босс. Уже. Книгу дьявола берем и начинаем выносить. Так. Начинаем аккуратно выносить. Так, готово. Берем ремень, скорость. Смотрим, что у нас здесь. Лил Бримстон. Ну, да, возьму. Потому что я свои выстрелы тоже заряжаю. Буду заряжать выстрелы вместе с Лил Бримстон. И буду вот так стрелять. Да, урона будет больше. Босс Раш. О, Полифем. Он дает мне множитель урона 4, то есть я в 4 раза больше урона наношу, но забирает много скорострельности. А, ну, а кислотный ожог просто дает мне один урона. Я думаю, выбор очевиден. Мега слезы. Ну, так. Мне кажется... А, да, их заряжать надо намного дольше теперь. Но урон у них просто колоссальный. Сейчас вот посмотрите. Вот просто посмотрите, как они выносят ангела. Ну... Ладно, может, не совсем уж прям колоссальный, но очень хороший урон. Ладно. Колоссальный, конечно, громко сказано. Кто здесь? То есть я даже ни разу еще до максимума не заряжал ТЭКЭКС. Ну-ка. Это... А, это все еще не был максимум. Блот. Надо с ним поаккуратней. Так, я забыл использовать эту книгу дьявола свою. Че это я? Вот теперь у меня должен быть колоссальный урон. Ну да, это весьма колоссально. А, ладно. Это кто? Это Пип? Ой. Много чего-то всего происходит. Угу. Так, здесь надо сначала маленького убить. Не получилось опять. В который раз я пробую это сделать. Так, вылезите. Два полицефалоса. Два кейджа. Ну, понятно, что они чемпионские, у них понерфленное ХП, но все равно. Почему чемпионы это пошли? А, это, видимо, чемпионский босс раш у меня. Что у меня с самого начала чемпионы? Ага, катакомбсы. Катакомбы открыл. Ничего хорошего. Но открыл так открыл. Теперь надо с этим жить. Катакомбами. Фрейл. Червяк. Ларри Джуниор, который сегментарный червяк. И Фрейл это такой предыдущий был червяк. Угу. Вот такой вот босс раш. Длинный. Fallen. Падший. Минус падший. О, слизняк. Отлично. Тени Уды. И Хо Элементал. Сейчас расскажу про обе этих вещи. Я еще хочу Хаша попробовать, но это посмотрим. Вопрос времени. Тени Уды. Когда я умираю, я возрождаюсь Иудой с двумя черными сердцами и множителем урона каким-то очень большим. То есть куча урона. Неважно, на каком персонаже я играю, я возрожусь как Иуда, и весь прогресс, который буду делать, будет засчитываться Иуде.
Holy Mantle, который я подобрал, один раз за каждую комнату я могу пораниться, и этот урон не зачтется. То есть вот я просто подхожу, ранюсь, урон не зачелся. Вот так это работает. Curse of the Unknown у меня. Я не могу видеть свою жизнь. Ну да вроде не беда. Я ее терять не собираюсь. То есть вот я поранился. И ничего страшного. И да, и это бесплатно. Потому что я ранюсь как бы один раз за комнату. А, неважно. Вот такая вещь. Да нет. Зачем он мне? Что мы здесь получаем? Босса. Вот и хорошо. Босс так босс. Смерть. Ну, с тобой смерть я уже сражался. Из смерти я получу второй кубик мяса, который состакается с первым кубиком мяса и образует голову мяса, которая делает то же самое, но вдобавок еще стреляет. За кучу сердец я могу покупать. Multidimensional Baby не работает с TechX, а метку я возьму. Она дает мне урон единичку, немного скорострельности, по-моему, и одно каменное сердце. Так, время у нас хорошее. Может быть, нам дадут хаши, а может быть, не дадут хаши. Кто его знает. Но если дадут, то я пойду. Нужно за 30 минут или меньше завалить сердце. Ну, если дадут хаши, то я пойду. С ним сражаться. Да. Некогда мне играть. А, Holy Mantle. Holy Mantle решает все проблемы. Ой-ой-ой, гордыня Прайд, по-моему, да? Луна, телепорт в секретную комнату. Ой. Очень мне нужна такая секретная комната. Ждем. Дождались. И Holy Mantle спасает в который раз. Опять тупик. Ну, очень мне везет. Сегодня. Ну, сегодня сильно сказано. Скорее просто на этом этаже. А вообще, на удачу я повывал. Большой фейбл. Вообще, на удачу жаловаться я не могу. Хорошие вещи. Ну, с боссами нормально везет. Да и вообще. Так, Mom's Heart. Я без книги дьявола хочу победить. Потому что надеюсь на Хаша. Да, мне дали. А, мне не дали пойти к Хашу, но мне дали пойти в Шеол. Открыл я теневого малыша, виселицу открыл, челлендж новый открыл. О, ачивка за то, что прошел утробу, не поранившись ни разу, и Самсон. Так, Шеол по-русски, если честно, я не знаю, как сказать. Шеол, а по-русски... Ну, это на ад не совсем похоже. Если уж на то пошло. Да даже прям не знаю. О, распродажа, 50% скидки на магазин. О, бесплатная. Ну это... Ладно.
У, лапа. Я гапи? Нет, я на две трети гапи. Лапа превращает одно мое красное сердце в три синих. Но у меня нет красных сердец, значит лапа бесполезна. У меня всего один ключ. Теперь два. Ладно, пойду за сундуком. Может, напоследочек что-нибудь хорошее? А? Нет. Ага. Пистола. И сатана. Так. А, ладно. То рано, то поздно. Эффект один и тот же. А, уже все. Круто. И мы получаем ту же концовку, что и в тот раз. Я думаю, что в следующие разы я буду просто проматывать ее. Ну, чё каждый раз уж смотреть. И нам что-то дали за это. Язык и уды. Вот так, уже два у нас кусочка. Можем вот мы посмотреть концовочки, какие у нас открыты. Секреты. Сколько у нас открыт секретов? 40 из 270. Но вещей, как видите, немного. Ну, может быть, 1/5 часть в лучшем случае. Да. Ну да ладно. На сегодня все. Всем спасибо. Всем пока.